Всем привет, ребята, с вами Ёжик, как всегда, и сегодня у нас наконец-то вышел новый сезон 20-й Бравл Пасс. Ребят, так, тихо, это квест. Вот, возвращение на ранчо, 20-й сезон, как всегда, 169 гемов, либо 339 гривен. Они хотят Пёрл, мы с ним уже ознакомлены, и Пёрл с перископом, плюс заданочка на пинчик-пистолет. Заданки обычные. Окей. Дальше. Испытание только что недавно вышло, пару минут назад. На вот такой вот значок. Окей. Будет. Штольня. На стрим приходим. Обязательно, ребят. Обязательно еще нужно поставить лайк, потому что он у вас серый, а не синий. И подписаться, потому что красная, а не серая. Это логично. Писать идеи насчет видосов. Потому что не всегда интересно смотреть испытания. Окей, кстати, ребята, еще я вам хотел рассказать. То, что добавили, короче, новый Gears. Для тех, кто не знал. Gears на увеличивает количество использования гаджетов за бой на один. 4 герса, я сам офигел, блин, я узнал. А потом смотрю, реально, это нам всех бойцов. Поэтому мы покупаем, чтобы пушить. Отлично. И вот, смотрите, просто на каждого... Так, тихо. Гиперзаряд, кстати, ребят, я прокакал, мягко говоря, на Шелле бесплатный. Я сделал 20 побед, 5 побед я не успел, время закончилось. Все, да. Вот такой вот я. Просто абсолютно на всех бойцов, не буду на всех показывать. Вот так вот, короче. Плюс новый скинчик, это типа как за первый уровень пасса. Вот такой вот. Скорпион Вилл, ребят, пишите комменты, покупать или нет. Потому что я еще думаю, либо мне купить за 5 косарей какого-то там вольта классного или еще что-то. Напишите, короче, какой скин купить. Ну и сегодня будет стримчик, ребят, поэтому приходите. Ну и испытание тоже будет видосик. Сейчас еще посмотрим. Мне кажется, просто еще может быть баланс. Так. Так, это видео, информация о версии. Может быть, баланс изменили. Так, техническое обслуживание. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые скины имели дополнительные способности. Бац, исправили. Короче, ребят, такие скины, как РТ, красный вот это вот, и Честер, там, короче, своим приколом, они имели, короче, дополнительные тычки, типа обычные и необычные. Ну и на Фиорона наносили. Окей. Так, погодите. Дальше. У нас опции для Android 8 сентября, окей. Исправлено поведение было при снижении урона вне состояния гиперзаряда. Понятно, то я не знаю, но там что-то было. Типа, когда нету гиперзаряда, он был как при гиперзаряде. Может быть такое. Исправлена логика подбора игроков с гиперзарядом. О, это то, что нужно. Исправлена ротация карт столкновения. Непонятно, что такое. Напишите, что это может быть. Исправлен гаджет Б. Потревоженный улей. Он не наносил урон, если пчелы выходили за пределы допустимой игровой зоны. Исправлена допустимость скину силовой лиги. Непонятно. Так, увеличено количество карт режима в ротации улей. Окей. Заход кристаллов. А, это какие карты? Захват кристалла, брау-боу. Так, окей. Новый боец Пёрл, хроматический, понятное дело. Особенность жар, но это мы знаем. Знаем. Чак, новый боец мифический, он выйдет в октябре. Новый предмет гиперзаряд. На 11 уровне силы. Так, тут-то мы узнаем, что кому дополняет. Новые скины. Рейдер Корделиус. Такого мы еще не видели. Скорпион Вилл видели. Родео Хэнк тоже я не видел. Но это все было в Бравл Толке. Мародер Камейси. Тоже не видели скин Сила Лиги. Понял, окей. Сейчас посмотрим, если... Мини-тема Академия Бравл. Болельщица Роза, спортсмен Сту. Прикольно, прикольно. Много чего добавили. Так, элементы оформления. Титул. Спрей. О! Изменение баланса. Усиление. Хэнк. Основной урон.
увеличен с 1800 до 2100. Количество очков здоровья увеличено с 5400 до 5800. Офигенно, Хэнка бафнули. Бастер. Количество очков здоровья увеличено на 400. Основной урон увеличен на 120. Отлично, бафнули. Байрон. Количество выстрелов для зарядки супера уменьшено с 4 до 3. А, это тоже баф. Я думаю, типа, уменьшено это не баф. Все, быстрее ульта накапливается. Биби. Количество очков здоровья увеличено на 200. Отлично. Нани. Основной урон на 100 увеличен. Пайпер. Нани какая-то имбовая, мне кажется. Пайпер. Основной урон максимально увеличен с... Так, тоже почти на 180 увеличен. Гаджет. Домашний рецепт само... Наведение ослаблено на 33%. Окей. Мэнди. Основной урон увеличен на 100. Леон увеличен очки здоровья на 200. Сэнди. Количество выстрелов. Короче, чтоб супер зарядить на одну тычку меньше вместо 7,6. Фэнг. Повышен урон на 200. Немного увеличен заряд супера. Получаем при использовании супер. Виллоу. Количество очков здоровья на 300 увеличено. Эдгар увеличен на 300 здоровья. Морти, длинный прыжок теперь заряжается вне зависимости от количества боеприпасов. Ребят, мы этого все ждали. Просто мы столько лет этого ждали. И наконец-то. Сейчас тоже посмотрим. Ослабление. Сквик. Время действия гаджета. Да, это то, что нужно. Прирост урона. Так, цепная реакция. Хорошо, Бонни. Скорость снаряда уменьшена. Ворон, эффективность звездной силы, смертельный яд уменьшена. Я это ждал. Ворон, это пипец. Мортис не мог его убить. Тик, скорость перезарядки основной атаки уменьшена, потому что он, блин, прям тычет. Количество очков здоровья уменьшено. Утарно это такое время действия гаджета вернуть отправителю уменьшено. Хорошо. То есть, на они и бафнули, и пофиксили. Так, ну тут уже идут изменения карт. Окей. Ну и что я же хочу проверить. Это просто Мортис, наш любимый, ребят. Поехали. Кстати, ребят, если кто не видел, как я апнул свой первый титул в игре, ребят, то видос вот сейчас, после этого ролика досматривайте. И переходите вот там, типа, либо снизу он будет, либо вот так вот поднять вверх экран, тут тоже там будет видосы, типа, мои. Либо перейти по каналу, и там вы увидите, как я апнул свой первый. Мы все так долго к этому шли, и я дошел к этому. Ну, точнее, мы, ребят, мы вместе с вами апали. И апнули, наконец-то, этот титул «Токсичность». Следующий титул, я не знаю, какой, пишите, ребят, кстати. Может быть, рубрики какие-то, либо какой следующий титул апать, пушить кого. Но 30-й мы будем апать, и титул параллельно попытаемся. Так, окей. А, 1-0, мы уже выиграем. Кстати, я не увидел свои тычки, пока вам рассказывал. Да, у меня уже накапливается, но она, кстати, я не знаю, так же по времени накапливается или нет. У меня быстрее накопились все 3 тыки. А, так чего смысл, это скам, ребят. Как только я тарчу тычку одну, у меня шкала заново. У меня 3 тыки, типа, быстро. Ладно, ладно, это не скам, но это немножко лучше. Немножко, ребят. Я думаю, это имба... Это немножко лучше. Ну, не надо, ну не надо. Ладно. Но это реально немножко лучше, потому что у меня, типа... Я не знаю, как вам объяснить, но... Типа, до этого нам надо было подождать 3 тейки, оно накопится. А так оно, типа, накапливается с 3 тейками. То есть я не могу, типа... Чтобы у меня была 1 тейка, и она сразу же длинная. Я думал, типа, вот так вот будет. Да, меня просто выносят. Я думаю, это будет лучше намного, ребят. Но такое нам тоже подходит. Такое нам тоже нравится. Так, окей. Окей. Тащим, тащим. Пытаемся что-то делать в этой супер-пупер-дупер игре.
Я просто сел этот вольт на меня. Но зато наш братишка забивает голеса. Просто умничка, молодец. В принципе, ребят, мы все обошли. Обзорчик сделали, пинчик заберем, испытание заберем. Сегодня приходите на стрим, будем пушить, ребят. Второй брау пас. Кстати, этот пас я не смог купить, ребят, потому что здесь 90 гема, у меня будет 105. А в этом пасе сколько я гема заберу? То есть у меня будет 105, 115, 125, 135, 155. И мне не хватит. 155, а надо 169, это 4. 14 гемов мне не хватит, ребят. Ну, поэтому, ребят, с вами был Ёжик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.